Привет, ребяточки! Ну что ж, давайте построим что-то очень и очень интересненькое. Так, что же у нас это будет? Смотрите, что у нас тут есть. Ба-бах! Наш прошлый транспорт. Это был вот такой вот прикольный танк. Ну-ка сейчас мы построим, например, вот такую штуку. Так, она будет вот такой вот. Здесь у нас будет подъемчик небольшой, вот так. Так, и тут она у нас будет удлиняться. Хоп. Такая интересная тачка у нас получается. Так, так. Мы ее сейчас вот так вот еще обустроим. И все, да? Прикольно, то есть у нас как бы будут такие места для наших двигателей. Какие же мы будем брать двигатели? Ну, есть какие-то более интересные, чем костяные. Наверное, ребят, нет, их нужно еще будет открыть. Ну ладно, давайте поставим те, которые у нас имеются. Так, теперь же нам необходимы колеса. Вот здесь уже... Можно было бы, конечно, еще добавить, но мы сделаем вот так и вот так. Так, теперь сюда установим нашу пружинку. Тик-тик-тик, чтобы у нас была амортизация вот такая вот прикольная. Сюда шариков посадим. Вот они какие смешные сидят. И давайте пробовать пока что в таком виде. Насколько наша вот эта вот тачка... Быстро ездит. Так, 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 так. Вау! Куда это отрывается все? У-ху! Ого! Вот это мы там припечатались. Так, что вы нам добавите? Я думаю, стоит убрать вот эти вещи. Зачем они нам тут? Непонятно, непонятно. Вот так. И вот так. Текс, тик, текс. Все, смотрите, теперь нашей тачке ничего не мешает. Так, а ну-ка сделаем мы сейчас крылья. Из чего же только, может быть, из... Как же эти штучки-то называли? Где они, ребят? Сейчас мы их найдем. Вот. Вот так. Только тут еще мы... яйцо нам не нужно. Нужно вот это вот крыло, которое настолько длинное. А сюда мы, наверное, поставим пропеллеры. Сейчас нужно будет продумать, как их сделать. Так, ну допустим, да. Как бы добавить еще? Может быть, вот эти штуки будем использовать? Они-то уж точно пригодятся. Ага. И вот так. Теперь ставим пропеллеры. Тут их получается аж 3. Так, и я их наставил столько, что они у меня даже закончились. Ну тогда ставить давайте вот эти штуки. Так, вот. Их-то у нас достаточно. Ну, это получается лишнее. Ну ладно, тоже неплохо. И наверх. Где эти? Крылья. Там, ребят, по-моему, были крылья. О, давайте драконов поставим золотых. Тоже прикольно выглядит. Вот, смотрите, вот это точилище, вау. Сейчас посмотрим, как это. Да смотрите, на одних пропеллерах крутит. А на колесах? Ого. У-ху. Мы догнать не можем эту супер тачку, вот это да. Так, ну чё. Вау, смотрите, как она сбирается. Так, а ну-ка отцепим мы. Что? Я, ребят, кажется, кое-что придумал, что мы построим. Но построим мы это
в следующей серии. Сейчас попробуем нашими динамитиками взорвать. И, ребят, вот такая у нас получилась немножко коротенькая, но тоже довольно-таки прикольная серия. Так что всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Thank you.